Привет, дорогие друзья, с вами Дарриди, это Craft the World. На нас начинают нападать. Давайте посмотрим, с откуда вы. Кажется, с левой стороны, да? Да, с левой стороны. С левой стороны пошли. Ну, у нас тут гномы идут, кстати, домой. Тут у нас летающие миньоны. Летающие миньоны. Офигеть, ребят, реально похоже на миньонов, да? Прикольно. Что-то несут. Ух ты. Кажется, будет большое такое нашествие. У нас тут есть специальная штука, которая будет отбивать. Она не очень хорошо помогает, но все же помогает. Так, смотрим. Все, начинает стрелять. Смотрите. По полсердца отнимает. Нормально, нормально. Они тоже пытаются ее уничтожить. Но, в принципе, пока что наши баррикады держат их, сдерживают. Вот этот довольно-таки сильный. С этой стороны что-нибудь есть? С этой стороны ничего нет. Я специально сделал пониже, посмотреть. Может быть, так она будет лучше стрелять? Вот он идет первый. Зомби, хочу посмотреть с этой стороны, как будет это все выглядеть. Так, тут гном наш. О, подожди, одеть. Быстро, 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 быстро. У нас у кого-то очень мало здоровья. Вот у тебя. Книга охотника, это не то. Эликсир здоровья. Так, давайте используем. Давайте используем. У кого мало здоровья, нам надо подлечить их всех. Так. Тебе мало здоровья. Он сердце, да, дает ровно. Окей. Давайте тогда тебе. Ух ты, нифига себе, это тоже все плохо. Отлично. Так, ну и тебя. С помощью эликсира мы, я думаю, переживем с вами ночь. Так, смотрим с этой стороны. Ну вот, в принципе, атакую, да. Лучше пониже спускать. Так, мне кажется, будет более эффективно. А, он попался, смотрите, все, он попался в капкан. И мы его потихоньку так стреляем, стреляем. И, в принципе, можно не переживать, он до меня не дойдет. Удобная штука, да. Хоть она потихоньку уронит, но все же уронит. И это здорово. Сколько миньонов, смотрите, сколько миньонов. Просто дофига. Я думаю, надо напасть, они сейчас все разрушат. Где мой воин, ребят? У меня самый сильный воин был. Это не сильный воин. Собирайтесь уже, ну. Блин, никто не идет выручать. Один воин дерется такой, смотрите, и все. Кто это? Блин, сейчас постройки все снесут. Где все гномы, елки-палки? Они тут застряли какого-то черта. Давайте, возвращайтесь уже. Сейчас должны появиться. Вот, возвратились. Нифига себе, он подпрыгнули. Ты видели, как гнома подкинули? Офигеть. Он в шоке даже еще пребывает в каком-то. Миньоны бы еще защищали, помогали нам. Было бы супер. Нифига себе, это самая сложная битва. Первый раз так много монстров нападают. Но это я хорошо, что в легкий еще режим играю. И хорошо, что у меня есть хилки. Так бы по-любому бы они погибли все. Так, вот, давайте тебя подлечим. У кого совсем все плохо. Хилки надо будет восстановить нам. Так. Давайте тебя подлечим. Так, вроде нормально. Давай. О, вот, нифига себе, очень плохо. Тебя надо подлечить. Где наш воин? У нас был где-то воин. Неужели этот воин наш прячется? Вот он, да, вот он, воин самый сильный. Он под конец пришел, конечно. Он же воин, должен нападать. Почему воин не нападает? Вот он же воин стоит. Так, вроде отбились, да? Что с ним случилось? Что они прыгают? Так, создать нужно опять эти баррикады. Так, изгородь можно сделать, в принципе. Изгородь поставить. Давайте сделаем изгородь, что ли. С этой стороны тоже. Все, чтобы сдерживать их. Так, вроде все чем-то заняты, чем-то работают, что-то делают. Так, самое главное, мы отбились. Теперь давайте найдем лучника. Убрать гнома. Ты кто у нас? Так сразу не найдешь. Так,
Охотник-лучник. Вот, допустим, ты лучник, тебе надо тренироваться. Бин. Как мне найти Бина? А, вот. Отлично. У него лук был. Кто у нас воин? У нас есть воин вообще? У них нету никого, навыка нету, ё-моё. Они мне добыли вообще? Так, одеть. Книга охотник. У меня был где-то охотник. Где-то был охотник. Давайте посмотрим. Вот он, охотник. Давайте используем навык. Отлично. Все, он идет тренироваться. Замечательно. Бывает, мажет. Причем часто мажет. Пускай тренируется. Новое задание. А, задание выполнено. Новая технология. Давайте посмотрим. Наконец-таки ветку технологии, ребят, мы с вами сделали. Теперь можем сделать самострел какой-то более крутой. Нам нужна деревянная башня. Давайте разберем вот эти башни. Так, тебя разберем и тебя разберем. Хочу вместо них что-то более крутое сделать. И знаете что, наверное? Ух ты, кирпичная стена, нифига себе, я хочу эту стену. Давайте. Так, вот так сделаем. Пускай разбирает. Мы заменим ее на более крутую уже, более хорошую. Так, пускай строит. Сюда поставлю, будет вообще у нас идеально тут все. Что-то они есть стали очень много. Я заметил. Что у нас по еде? А, хлеб. Давайте хлеб, что ли, поставим. Сюда хлеб, сюда поставим. Хлеб и яичница. Я думаю, неплохо. Так, сюда хлеба. Замечательно. Что у нас тут еще? Пирог есть. Булочки есть. Давайте булочки поставим. Пока что, по идее, у нас все нормально. Все, пускай тут булочки будут. Так, все, значит, да? Тут у нас будут наши крутые вещи лежать. Так, я хотел сделать... Где она самая крутая штукенца? Вот, самострел. А, блин, они на склад что не принесли еще? Вот, несут только. Воин занят. Почему-то воин именно занят. Почему? У тебя же есть боевой навык. Или я перепутал тебя с кем-то? Кажется, я его перепутал. Куда наш воин-то пропал? Вот ты воин, что ли? Нори, да, ты воин, тренировать. Пускай идет. У него уже очень хороший навык. Ну, давайте подлечим. А, в принципе, он голоден. 55 навыка воина, пускай тренируется. И еще у нас был еще один лучник. У нас было два лучника. Вот этого мы тренировали, еще был один. Только что видел его. Вот он. А... такой. Вот этот, вот он, да. Выбрать гнома. Ты что, спишь, что ли? Эй. Тебе надо тренировать. Чувак, поднимайся, давай. Так. Тренировать. А, нет вооружения подходящего. Давайте оденем его. Лук. Нам надо создать более хороший лук. Давайте создадим еще хороший лук один. Пускай у нас будет два таких лучника хороших. Так, туда вот хороший лук. А, можно автоматически создать. Окей. Пускай сделают. Что делать гномом? Блин. Гном лучше добывать железо, конечно же. Давайте так их телепортируем. Тут надо будет прокопать нам. Вот, хорошо, 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 пошло. Там у нас камень наконец-таки появился.
Правда, немного, но все равно. Ой, точнее, железо. Железная руда у нас прям на вес золота. Так. Можно было как-то ресурсами обмениваться. Подождите, у меня же окна появились. Давайте сделаем окна. Почему бы нет? А как делать окна? Допустим, я тут могу сделать окно, что ли? Так, у меня два окна, да, только? В смысле, я не понял, как, куда мне их ставить. Пускай будет тут три окна. Ну, одно пускай тут будет окно. Можем делать другое окно. Так, нам нужны будут доски. Да что ты будешь делать? Блин. Где я видел эти окна? Так. Да, вот в комфорте, да? В комфорте. Что у нас бочка дает нам? Интерьер. Нам бочка все равно нужна будет. Давайте сделаем бочку. Так, железо, гвозди. Доски, доски. Пускай две сделаем бочки. Так, вот это нам надо было окно сделать. Так, доски. Доски, доски. Дерево, дерево. Два окна, наверное, сделаю. Стекло, стекло. А, он и так два сделал, да, нам? Два, четыре пускай. Кстати, скорострел-то создали, нет, интересно? Где у нас скорострел-то был? Так, наверное, здесь, да? Окей, 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 окей. В смысле, а где деревянная ба... Блин! Чё, опять заново надо создавать башню? Я хотел ее разобрать. Можно, подожди, сразу, можно вот тогда? Раз, два. Все, сейчас сделаем. Сейчас наконец-таки будет нормально все у нас. Что еще надо создать? Железная дверь. Нам по-любому надо будет это делать. Поэтому давайте лучше сразу сделаем. На деньги можно просто железо все купить. Так, отлично. Железная дверь есть. И железный люк. Нам нужен замок. Давайте сделаем замок. Так, чтобы сделать замок, давайте раз, два. Два замка сделаем. Пригодится, так сказать. Пускай. Придется у торговца обменивать, наверное. Так, сколько стоит железо? Железная руда. Придется купить нам железной руды. Так, возьмем вот этих помощников наших. Они сейчас нам быстро принесут все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять помощников. Мне кажется, нам даже больше 10 принесут руды. Это же одна монетка за одну? Ну да, за одну. Уголь дешевле стоит. Одна монетка, один... Железо, да, точно же, да, железная руда. Серебряная руда стоит дороже, но она нам вообще не нужна, по сути. У нас так все хорошо. Тут, кстати, не доделали почему-то. Почему-то не дособирали. Очень странно. Вот тут же еще есть у нас. Что-то падают, падают к нам. Что, потеряли, что ли? Такое ощущение, что я уже все железо добыл в игре. С магией тоже у нас проблемки. Так, так, так. Давайте все-таки по... Ах ты, блин, заканчивается. У нас так быстро заканчивается стекло. Уголь. Штук давайте 30 создадим. Пускай. Прям пускай сидят и делают. Нам нужно эликсиры здоровья, потому что они у нас очень хорошо расходуются. Одеть, кстати, мы же лук сделали, точно, мы же сделали лук.
Так, у тебя есть? Еще у нас был один лучник. Вот он, лучник. Тебе наденем лук. Теперь тебе надо найти. Вот он ты. Стоп, 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 стоп. Тренировать. Чувак. Тренировать. Ты кто такой? Подожди, выбрать нового. Тобур, ну. Ты же Тобур, почему ты не тренируешься? У тебя есть лук. Контроль, может ему надо прям наверх что ли подняться? Так, он так не может подняться. Блин, стоп, 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 нет. Да подожди ты. Что ты будешь делать? Я не могу, блин, контролировать его. Контроль, вот. Надо, чтобы он поднялся наверх и начал тренироваться. Тренировать свой навык. Все, наконец-таки. Наконец-таки мы добились этого. Так, еще не все, еще не все. Создать. Мы еще не создали самое главное. Вот что мы хотели создать. Так, ставим. И 5 слитков нам нужно железных. Это намного лучше, я так понимаю. Обшита металлом стрелковая башня доставит монстрам еще больше проблем. Прикольно. Так, это нас тренируется, пускай. Молодец. А, гномы застряли, блин. Раз. И тут почему-то они застряли, не знаю почему. Какого черта они застряли? Ну, уголь что ли добудьте, что вы зря сюда пришли что ли? У нас постоянно проблема с железом, вот постоянно, вот только с железом. Нехватка железа, а так все у нас нормально. Вот что не возвращается? Вот какого черта ты тут стоишь? Копай тогда уж, что ты встал-то? Что вот это такое у нас, интересно? Дверь какая-то, статуя. Использовать. О, много камня тут можно добыть. О, тут даже гвозди есть, прикольно. Делаем, подожди, телепорт сделаем. Блин, ну что ты будешь делать? Закончилась мана, короче, у нас. Так, одеть, то есть надо сюда сделать и уже отсюда использовать ману. Нужно подэкономить, у нас реально мало маны. Стоп, сюда, ребята, идите. Так, попался один. Создать, создать, создать. Где наш монстр? В смысле, его еще не сделали, что ли? Почему так долго? Что с моими гномами не так? Что у них постоянно... Чего-то не хватает. Так, вот. Сделаем вот так. И пускай вот так копают. Так. Так, 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 так. Тут много камней, это хорошо. Вот. О, железо. Я почему камень я говорю? Все конкретно. У вас есть задача. Вот копайте. Гном атакованы. За ними какие-то трусливыми гномами стали. Раньше такие не были. Блять, ну вы что, вы не справитесь, что ли, не можете? Так, чувак у нас тренируется. Я вот не понимаю, почему никто не создает. Я же им приказал создавать. Вот.
Деревянную башню. Почему никто не создает? Мастер строительства. Может, нету мастера строительства? Вот ты, какого черта ты встал? Блин. Чувак, ты можешь просто домой уйти? Выбрать гнома, контроль. Все, сделаем наконец-таки это. Отлично. Так, тут пускай добывают, тут. Надо весь металл собрать, потому что проблемки у нас с металлом. Тут, по идее, тоже надо собрать было бы. Ну ладно. Там далеко ходить. Ну, в принципе, пускай серебро тоже соберут, раз уж здесь. Так, окей, нормально. Ну, по ветке технологии-то вообще продвинемся, нет? По уюту. Ну, уют нам, в принципе, не нужен. Я так понимаю, пока что уют не нужен. Мастер строительства. Вот мастер строительства нам нужен. Так, мастер строительства. А, магический тир какой-то, интересно. Военное искусство. Вот военное искусство бы мне прокачать. Давайте сделаем броню уже, да. Давайте сделаем серебряную броню. Так, железо. Сделаем одного сильного, у нас будет воин это. Так, хорошо, сделаем ботинки, давайте. Нужна будет шкура, у нас это, в принципе, всего вдоволь есть. Так, отлично. И самое что интересно, тут нужен сталь нам еще. Сталь. Серебро. И уголь, отлично, делаем. Насчет серебряных слитков, я думаю, нам понадобятся еще серебряные слитки. Еще бы я хотел сделать вот эти кирпичи, реально круто. Нам нужна глина. Так, давайте сделаем штук 20 глины, не, штук 30. Пускай делаются. Она, в принципе, легко у нас крафтится. Новое задание какое-то появилось. Ух ты, нифига себе, опыта можно 25к получить. Восстановите портал. Где-то под землей находится развалины стартового портала, который открывает путь между мирами. Найдите зал с порталом и восстановите его. Рецепты блоков портала появятся у вас после его нахождения. Восстановите портал. Так. Как мне этот портал сделать вообще? Где он у меня? Я пока не нашел, видимо, портал, да? Круглое окно. Нам оно не нужно. Так, вот это стекло, в принципе, нам нужно. Доски. У нас доски тоже закончились, ребят. То есть нам надо досок наделать. А, подожди, я же могу... Что еще делаю? Я могу автоматически их добавить. Штук 30, я думаю, досок пускай будет у нас. Все, им есть что работать. Я даже на двоечку ускорю. Ребята работают. Смотрим, что у нас тут. Уголь нормальный, железо нормально уже. Серебряная руда, ну пускай добывают. Да, серебряная руда нам пригодится. Пускай добывают серебро. Уже сделаем нормальные им доспехи. Так, отлично, пускай пройдут. Тоже бы по идее добыть. Там куча серебра. Копать. Можно, в принципе, лестницы делать. Да, лестницы нам тоже нужны. Давайте-ка лестницы создадим побольше. Уж поставим лестницы, пускай стоят. Один раз на такие сложные участки. Так, вот лестница. Она вообще легко делается. Я бы, наверное, много сделал лестниц. 30 лестниц хотя бы пока что делают, пускай трудится, работают. Ну, такие всякие сложные участки, все-таки нам нужна будет лестница. Так, нормально.
Отсюда можно, в принципе, ниже копать. Так, 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 так. Прям пускай вот так спускаются. Пускай ребята работают. И вот именно вот туда, я думаю, можно будет лестницу создать. Так, так, так. Вниз пускай строят. Можно вот этого атаковать. Так, где он этот телепорт? Все, пускай будет лестница. По крайней мере, они не будут падать. Все, ребятки заработают. Три не работают. Чувака. Трое бездельников. Так, так. Пускай соберут. Тут уголь можно собрать. Чтобы она просто будет стоять-то. Камни у нас, по-моему, вообще сейчас дофига, да? Камни, да, камни хватает. Что мы тут еще можем сделать? Самострел. Сделали мы вообще самострел один? Нет, почему не делают? Странно. Деревянные тоже не делают. Где тут? Тот работник самый главный наш. Хитин. Зачем нужен хитин нам? Отсадки хитинового панциря. Так. Почему он не хочет делать? Что-то сломалось, что ли? Почему он не делает, правда? Выбрать гнома, так. Плотник, камнетес, шахтер. Как бы в основном он все вот это делает, да? Не работает. Где остальные гномы? Блин. Жесть какая-то. Давайте замедлим. Так, надо выбрать гнома. Контролировать, потом перейти вот так. По-другому их не уговоришь. О, кстати, они сами тренируются периодически. Молодцы. Я им дал конкретную задачу. Почему они ее не выполняют? Я не понимаю. Может, что-то не хватает? Так, создать. Вот, почему не создают? Деревянный лук. Ну, давайте сделаем уже деревянный лук. Может, именно вот действительно не хватает лука, что ли, не хватало? Так, ну это еще не все. Может, реально надо было просто два лука сделать? Окей, пускай делают. Я уж не знаю, что им приказать добывать. Я думаю, можно покушать что-нибудь сделать. Давайте рыбу. Рыбу можно сделать. Раз, два. Уху немножко сделаем, давайте. Отлично. Салат из свежей зелени. Давно не ели салат из свежей зелени. Пускай сделают салат. Хлеба. Ах ты, мука нужна. Давайте сделаем муку немножко. Ну и все, в принципе, нормально у нас. Пшеницу можно добывать. Все, ребятки работают. Что-то делают. Так, этот лук создает. Сейчас он создаст лук и наконец-таки, наверное, все-таки установку нам сделает. Потому что зря я снес установку эту. Создать, кстати, насчет статуи. У меня же где-то были они. Так, тебя возьмем, возьмем тебя. Чтобы красиво было, давайте сделаем вот так. И вот так. Вот это тогда тоже надо снести. Будет ли он нам делать нашу установку или нет? Ху делают, отлично. Готовят, ребятки, молодцы. С едой у нас проблем нет, они быстро готовятся.
Установку мне сделали, нет? Я его спросил. Стоят, нифига не делают. Ты какого черта они тут? Какого черта они тут застряли? Так, отпустим. Книга пловца. Вот чё вы тут, блин, забыли? Иногда надо хитростью их брать. Наконец-таки он пошел делать, смотрите. А, нет, я думал, он пошел делать. Какого черта, я не понимаю. Как мне сделать эту установку? Или я просто не потому что я не делал, вот, ну, вот сейчас. Сейчас он будет делать? Я ему дал задание, почему они не делают? Смотрите, реально не делают. Гном вроде все здесь. Население 11-10 не работает. Один куда-то вообще смотался, я не знал, где он. Мне надо вот эту штуку сделать. Сделайте мне, пожалуйста. Кто-то спускается. Да, они меня реально достали. Ну, подойди уже. Че он встал? Брать гнома. Повар, мельник, не понимаю я, что им не хватает. Книга пловца, у меня пловец вообще есть? Ты у нас будешь, короче, пловцом еще, лучником и пловцом. Такого на постройке. Это я не знаю, что случилось, но они не хотят... не хотят мне строить то, что я им приказал. Чем это связано, я не знаю, так. Чё же баг-то случился-то? Чего-то не хватает, что ли, материала какого-то, стали. Давай сталь сделаем. Возможно, действительно стали не хватает или чего? Как бы забаговалось. Так, давайте штук 20 сделаем. Создать, допустим. Так, что еще там не хватает вам? Доски. Доски нормально. С досками все хорошо у нас. Гвозди. Гвозди есть. Сталь. Сталь, в принципе, есть. Масло. Масло можно создать. Нужна бутылка. Бутылку тоже не хотят делать. Почему? Я им приказал 30 бутылок сделать. Почему бутылку не делают? Что у нас? Уголь есть, стекло есть. Больше стекла надо, что ли? Так. Может, им по много не надо приказывать делать? Давай, создай стекло. Что-то случилось, перестали вообще разленились. В общем, в следующей серии продолжим. С вами был Дариди, пока-пока.